В год охраны окружающей среды радиопрограмма «Страна Росатом» и «Русское географическое общество» представляют проект «Под защитой президента». Тип хордовые. Вид белуха. Эксперт, заместитель руководителя программы «Белуха. Белый кит» Дмитрий Глазов. Фото на память. Методов по наблюдению и по их изучению несколько. Есть такой, называется, метод «паучок», когда передатчик, который излучает сигнал на спутник, им вшивается. Он не травмоопасный. Главное, что этот передатчик, когда заканчивает работать, он с них спадает, ничего не остается. Потом дальше идет уже методы работы с животными рядом. На коже у них, поскольку она белая, как лист бумаги, отражаются вирусные заболевания, грибковые и так далее. И мы их фотографируем, составляем такой каталог. И мы видим, что год от года меняется. Есть такие заливы Шантарского региона, Шантарское море, условно называемое. Здесь мы впервые столкнулись с тем, что белухи не то что разбегаются, а мотор завышен, они все начинают к тебе приходить, плавать, смотреть, что это такое, откуда это взялось вообще тут. Плюс в том, что они рядом, да, и не надо за ними бегать никуда. А минус в том, что они все время рядом, и не знаешь, одни и те же животные это или разные. Ну и мы пытались, соответственно, каким-то образом это определить, их фотографировали, спины и так далее, но они, когда рядом плавают, они не выныривают почти, они под водой, поэтому мы пытались их сфотографировать под водой. Есть камеры такие. Ну, в общем, опуская руку с камеры вниз, один раз наш моторист с диким воплем выскочил, потому что у нее белуха забрала эту фотокамеру и решила сфотографировать сама. То есть она сделала съемку своего рта, потом эту камеру мы подобрали уже плавающей на поверхности. Такой случай у нас запоминающийся был. Росатом – партнер специальных проектов президента РФ по защите редких животных.